на 777. Пригоди всім. Доброго вечора. Ми з України, 17:20. Просто зараз маємо на годиннику на календарі вівторок, 27 лютого. На нашому з вами календарі, на календарі українців, це 734-й день повномасштабного російського вторгнення. Ну і це 734-й день інформаційного марафону в ефірі 24-го, який триватиме до самої, до нашої, до перемоги. Мене звуть Артем Удієнко, я журналіст, з вами в ефірі 24-го. Протягом наступних двох інформаційних годин будемо говорити про події дня сьогоднішнього, про все те важливе, що сталося в Україні і з Україною в світі. Зокрема, маємо можливість говорити і з поважними спікерами, обговорювати ті події, які України стосуються. Ігор Яковенко, російський опозиційний журналіст, на зв'язку зі студією 24-го. Ігор Олександрович, рад вас привітати. Слава Україні! Героям слава, здравствуйте, рад вас видеть. Игорь Александрович, процитирую Медведева, прошу прощения у вас, у зрителей, но эта цитата «моча в голову ударила». Именно так Дмитрий Медведев прокомментировал слова французского президента Эммануэля Макрона о возможности передислокации в Украину войск стран НАТО. Ну и Медведев также посоветовал Макрону сменить рацион, отказаться от устриц, от шампанского. И вот по вашему мнению, помогите разобраться, что стоит за вот этой вот бравадой Медведева? Это он просто копирует риторику питерской шпаны, ну то есть вот своего босса Путина? Или же это действительно у него истерика по поводу опасений, что вот что произойдет, если все-таки войска стран НАТО зайдут в Украину? Медведев в данном случае просто отрабатывает номер. Он не принадлежит к питерской шпане. Он такой типичный, так сказать, дворовый мальчик, которого питерская шпана всю жизнь обижала. Вот. А сейчас вот он очень убого пародирует вот этот вот жаргон. Путин, да, действительно, он был такой шпаной, он уголовник, безусловно, по базовой структуре личности. А Медведев – это такая вот шестерка на побегушках у этой шпаны. Он изображает из себя вот такого вот крутого, отмороженного. Ему уготована такая роль в наказание за то, что он когда-то с дуру, решив, что он действительно там, его поставили погреть кресло президента, а он решил, что он президент, и сказал глупую фразу, что свобода лучше, чем не свобода. За это он наказан тем, что он должен теперь произносить вот эти вот совершенно безумные речи. Но он сам уже действительно вошел в роль и сам действительно так думает. Он постоянно грозит атомной бомбой всему человечеству и так далее. Ну вот сейчас его послали дать ответ Макрону. А на самом деле слова Макрона – это, хотя это только слова, но тем не менее это дорогого стоит. Это впервые глава государства, одного из крупнейших государств Европы, член НАТО, который сказал, нарушил вот это многолетнее табу, сказал о том, что Россия, европейские солдаты, европейские военнослужащие могут оказаться плечом к плечу с украинскими военнослужащими в войне против России. Это, я бы сказал, действительно сенсация. Вот. И то, что Медведев таким образом на нее отреагировал, не имеет никакого значения, потому что Медведев – это настолько ничтожная фигура, несмотря на то, что он занимает какие-то должности в России, сам по себе это абсолютно пустое место. А вот то, что сказал Макрон, это имеет огромное значение. Потому что это означает, что Европа действительно воспринимает эту войну как мировую, как войну против евроатлантической цивилизации, как войну, к которой надо готовиться и в которой Европа начинает понимать, что она не может отсидеться, что эта война не против Украины, или, скажем так, не только против Украины, не столько против Украины, что эта война носит цивилизационный характер. Война носит характер уничтожения в конечном итоге Европы. И, ну, дошло. Через два года дошло. Это очень радует. Это не так долго, кстати говоря. То есть через два года дошло, что это на самом деле действительно угроза евроатлантической цивилизации. Игорь Александрович, угроза... но ведь на самом-то деле вот, ну, абсолютно все, кажется, эти европейские чиновники, политики бросились теперь опровергать эти слова Макрона, говорить о том, что нет, такого никогда не будет, конечно же, и что, мол, вот если и говорили, обговорили, но отвергли эту идею. Ну, то есть, кажется, вот они сами испугались слов Макрона. Лиха беда начала. Я думаю, что
Макрон – это не, так сказать, не какой-то политический легковес, при всем том, что там у него и внутри Франции не очень простое положение, но тем не менее это все-таки глава ядерной державы, на минуточку, одной из двух ядерных держав в Европе. И единственная ядерная держава на европейском континенте. И это очень серьезные слова. Сколько, понимаете, всегда должен быть прорыв. Всегда должен быть кто-то первым. И Макрон оказался первым, кто это понял, кто это сказал. Ну а дальше там понятно, что стали опровергать. Но тем не менее, знаете, здесь психология такая. Сначала отрицание, потом, значит, паника, принятие и в конечном итоге принятие. То есть в конечном итоге, я думаю, что эта позиция станет уже через какое-то время массовой, станет всеобщей. Ну, все бывает постепенно. Европейская бюрократия с ее неповоротливостью, трусливостью, она отреагировала так, как она должна была отреагировать. Но если посмотреть на позицию отдельных стран, то я думаю, что, ну вот Франция заявила свою позицию. Я думаю, что и Польша тоже прекрасно понимает в лице своего политического руководства, понимает, что в конечном итоге рано или поздно столкновение с Россией неизбежно. Чехия понимает. О чем говорят все те европейские политики, которые требуют кардинально пересмотреть свою политику в сторону милитаризации, в сторону укрепления своей армии, в сторону того, чтобы Европа перестала быть незащищенным континентом, над которым ядерный зонтик держит Соединенные Штаты Америки. Европа должна стать субъектом мировой политики. Об этом сейчас криком кричат все ведущие европейские политики. От министра иностранных дел Италии, который заявляет о том, что необходимо Евросоюзу нужна своя армия. Министр обороны Писториус Германии, который говорит о том, что необходимо укреплять оборону. Сегодня только что вот произошло очень важное событие. Наконец-таки все-таки, значит, Венгрия сдалась, уступила нажиму, и 32-й член НАТО появился, Швеция. То есть на самом деле Европа сделала поворот. Я думаю, что это необратимое решение, что Европа воспринимает Россию сегодня как своего не просто оппонента геополитического, а как врага, с которым придется бороться и с которым рано или поздно придется воевать. Игорь Александрович, о Приднестровье хотел бы вас пораспрашивать, о путинских аппетитах на этот регион. Несмотря на то, что этот регион под контролем уже давным-давно Российской Федерации, но, тем не менее, тема снова актуализовалась, что вот якобы будут проситься в Россию. По вашему мнению, да, вот есть ли желание у Путина какие-то телодвижения в этом регионе совершать, или же его устраивает нынешнее статус-кво, когда этот регион используют как дестабилизирующий фактор в этом регионе касательно Молдовы? Знаете, это довольно сложный вопрос. Понимаете, каждый раз, когда мы касаемся вот этого пространства между ушами Путина, то мы вынуждены переходить на язык психиатрии. Понимаете, с точки зрения здравого смысла нормального человека, вот попытка сейчас оккупировать еще и Приднестровье, но вернее использовать эту территорию для присоединения к России или там еще что-то, то это безумие, потому что Путин сейчас завяз в войне против Украины, и начинать войну с еще с Молдовой. Да, Молдова, безусловно, не обладает сколько-нибудь серьезной армией, но, в принципе, я думаю, что посягательство на территориальную целостность Молдовы вполне может вызвать серьезную реакцию со стороны Запада. И вот здесь как раз могут быть просто, может быть форсированное принятие, там, я не знаю, вплоть до какого-то, так сказать, участия вооруженных сил НАТО. Поэтому, я не знаю, если Путин хоть как-то умеет просчитывать вперед на пару ходов, то он, конечно, не будет заниматься такой глупостью. Тем более, что, в общем-то, у
России, для того, чтобы Россия действительно смогла вторгнуться на территорию Молдовы, а Приднестровье – это территория Молдовы, ей нужно, так сказать, каким-то образом пройти через достаточно большую территорию Украины. С моря, учитывая то, что Черноморского флота в России больше нет, с моря это невозможно, по суше там большая территория Украины. Каким образом Путин будет осуществлять экспансию в отношении Молдовы? Для этого ему нужно открывать второй фронт. Еще один фронт, и на сегодняшний момент все силы вооруженных сил России, они направлены на войну с Украиной. Где ему еще одну армию брать для того, чтобы воевать за Приднестровье? Я этого не вижу. Вы вот сказали, если бы Путин умел просчитывать хотя бы на 2 хода вперед, и мне сразу вспомнилось начало 22 года, когда точно так же говорили и об Украине, что нет ни возможности, ни необходимости делать вот это полномасштабное вторжение, но имеем то, что имеем. Про убитого Алексея Навального хотел бы расспросить. Вот появилась информация о том, что его готовили к обмену, о том, что и он об этом знал, и что он дал на это свое согласие. Но, знаете, вот эту новость о том, что его готовили к обмену, теперь вот 2 лагеря используют, да, как аргумент. Одни говорят, что вот, мол, каких вам еще доказательств надо, что его убили, вот готовили к обмену, и чтобы не отдавать, убили. А противоположный лагерь, наоборот, этот же аргумент говорит, ну, мол, зачем убивать, если готовили к обмену, хотели же отдавать. То есть вот что вам в этой новости, какая из версий вам ближе? Для меня данная новость является просто фейком. Я вообще не понимаю, как можно всерьез осматривать, вот, понимаете, ну давайте попробуем просто вглядеться в эту новость, просто понять, что она из себя представляет. То есть, понимаете, люди, которые, скажем, команда ФБК, которая говорит об этом, я нисколько не сомневаюсь, что команда ФБК, соратники Навального, пытались его вытащить и готовились какие-то, договаривались с... Ну, прежде всего, с немцами, о том, чтобы был произведен обмен. Я нисколько не сомневаюсь, что немцы, у которых особое отношение к Навальному, очень хорошее, он там лечился, он был там, он с многими политиками Федеративной Республики Германии познакомился тогда. Я не сомневаюсь, что немцы пошли на то, чтобы попытаться вести какие-то переговоры с российской стороной. Но представить себе, что Путин, вот как в этой логике этой новости, значит, Путин для того, чтобы не отдавать Навального, его убил. Это означает что? А кто, собственно говоря, вел переговоры с российской стороной? Никаких свидетельств о том, что с российской стороной кто-то вел переговоры в отношении Навального, ни одного свидетельства не существует. А не существуют они просто потому, что их не было. С российской стороны... Я не сомневаюсь, что были попытки со стороны немцев, я не сомневаюсь, что были попытки со стороны команды ФБК лоббировать эти переговоры, потому что ФБК не может вести эти переговоры, поскольку фонд борьбы с коррупцией не является государством, и поэтому с Россией он вести переговоры не может. Могут вести переговоры немцы. Они бы, вполне возможно, запрашивали такие переговоры, но их не было, это очевидно, потому что Путин... У Путина Навальный – это личный враг, и у него была цель убить Навального. Эту цель он реализовывал. Потом, когда Навальный оказался в его полном распоряжении, он начал его убивать. Сначала убивать пыточными условиями, а после того, как Навальный почему-то не убивался, оказался невероятно живучим, мало того, еще обладал невероятной стойкостью характера и продолжал бороться, находясь в тюрьме. Поэтому было принято решение его убить. Вот и все. А и вот само предположение, что Путин, кому кто-то вел переговоры, что за спиной Путина велись эти переговоры, потому что Путин якобы для того, чтобы предотвратить, ведь вдумайтесь в этот абсурд, Путин для того, чтобы предотвратить обмен Навального, вынужден был его убить. Это что, кто-то вот в этом самодержавном, диктаторском, фашистском режиме кто-то без ведома Путина вел переговоры об обмене Навального? Да вслушайтесь в смысл этой идеи. Это абсурд полнейший.
Этого быть не может. Что кто-то вел переговоры об обмене Навального с путинской со стороны России. И Путин якобы вынужден был, чтобы сорвать эти переговоры, его убить. Большего абсурда придумать невозможно. И, конечно, команда Навального пыталась это сделать, это понятно. И вполне возможно, немцы эти пытались сделать. Но с российской стороны, конечно, никто таких переговоров не вел. Игорь Александрович, спасибо, с этим разобрались. И если можно, о еще одном личном враге Путина, да, им же и убитым, Борис Немцов, сегодня 9-я годовщина его смерти. Украинским зрителям напомню, что это тот оппозиционный российский политик, который поддерживал и оранжевую революцию, и революцию достоинства, тот, который осудил вторжение России в Крым и в украинский Донбасс. Но Путин его убил в 2015 году, причем сделано это было нагло, демонстративно, просто около Кремля. И вот и на 9-ю годовщину, правильно ли я понимаю, заказчиков не найдено, но и искать особо-то и не надо, потому что заказчики в Кремле. Нет, ну здесь все предельно ясно. Заказчик Путин, исполнитель, организатор Кадыров, когда прокуратура и следственные органы попытались даже допросить одного из подозреваемых в убийстве, их в Чечне просто не пустили. Просто не пустили. И, так сказать, предполагаемого убийцу просто не выдали. Значит, что касается, ну, заказчики очевидны. Ну что, кто-то может представить себе, что какой-то чеченский водитель, значит, настолько не взлюбил Немцова, что решил его убить. Он его знать не знал, этого Немцова. Тот человек, который был осужден за убийство на Немцова. Так что это, безусловно, это еще один личный враг Путина, человек, который противостоял ему, человек, который говорил то, что думает, человек, который был одним из лидеров оппозиции, и вне всякого сомнения это убийство было по прямому приказу Путина, точно таким же образом, как и, так сказать, по приказу Путина был убит Навальный. В чем разница? Разница, я могу сказать, в чем? Она заключается в том, что если убийство Немцова для всех, я хорошо помню, вот эта весть об убийстве Немцова, она для всех была шоком. Это было действительно, ну, что-то так, вот такое наглое, открытое убийство. Я, да, до этого Путин сделал совершил очень много политических убийств. Там и Анна Политковская, и Щекочихин, и другие. Путин убивал своих оппонентов, своих врагов, это известно. Но убийство Немцова было очень откровенным и абсолютно не маскировался Путин, совершая это убийство. И вот в чем разница. Когда Путин убил Навального, какого-то удивления ни у кого уже не было. Это было ожидаемо, это произвело шок, просто как производит шок убийство любого человека, особенно такого известного и значимого, как Навальный. Но удивления не было. Понимаете, вот не было удивления. Мы уже знаем, чего можно ожидать от этого режима, от этого международного преступника. Игорь Александрович, место убийства Немцова стало местом паломничества для россиян, которые приносят туда цветы, несмотря на то, да, что вот насколько российские власти пытаются этому препятствовать. Но правильно ли я понимаю, что Кремль боится, что и место похорон Навального станет таким же местом паломничества? Правильно ли я понимаю, что они будут пытаться этому препятствовать? Но смогут ли? Знаете, первое, вот борьба с тенью Навального сейчас происходит, ну, просто в каких-то действительно, это какая-то шекспировская история, потому что сначала долго пытались не отдавать матери тело Навального. А потом, ну, вынужден просто не отдавать, ну, там нет ни единой причины, даже придумать не было нельзя причины, по которой не отдают тело. А затем, сейчас, вдруг, неожиданно, все места, где можно было, все залы, где можно было бы организовать прощание с Навальным, они все оказались заняты, все отказываются. То есть они сейчас, насколько я понимаю, родственники Навального и команда Навального используют все возможности для того, чтобы найти место, где можно проститься с Навальным. Такого места не находят. Значит, я думаю, что через какое-то время
морг, где находится тело Навального, сейчас будет, значит, объявлен, что они объявят, что он закрывается там на ремонт, на реконструкцию, значит, на там уволятся все сотрудники и так далее. То есть делается все для того, чтобы вот прощание с Навальным не было, не превратилось в какую-то серьезную политическую акцию протеста. А это неизбежно произойдет. То есть, на самом деле, вот это продолжение борьбы Путина после смерти уже своего личного врага, продолжение борьба с его тенью, борьба с его памятью, она будет продолжаться, ну, пока Путин будет у власти. И тень Навального будет нависать над Путиным до самой смерти самого Путина. И вот еще один пример, как в России плевать на самом деле на законы. Николая Журавля, сжегшего Коран и избитого сыном Кадырова в СИЗО, российский суд отправил в тюрьму на 3,5 года якобы за оскорбление чувств верующих. Но вот я же помню, что следствие сообщало, что он же якобы украинский агент, что он это за вознаграждение сделал, что его спецслужбы украинские вели. То есть, ну, немного странно. Если он украинский агент, почему его за хулиганку лишь только на 3,5 года садят в тюрьму? Или российской Фемиде абсолютно плевать на закон, вот как это, да, был бы человек, а статья найдется, а какая именно, неважно. Ну, я думаю, что там, в принципе, многое зависело от поведения самого Никиты Журавеля. Судя по всему, он, в общем-то, не стал, что называется, идти на дальнейшее, так сказать. Ну, все-таки это не человек, это не политический оппонент, это не политический враг, не политический, не противник режима. Это человек, который импульсивно совершил какой-то поступок. И поэтому решили, видимо, так сказать, ну, это не Навальный, это не Немцов, это не Володя Карамурза, не Илья Яшин. То есть решили не уничтожать. Это, на самом деле, это произвол. Кому как повезет. Кому-то дают 20 лет за то же самое, а кто-то за тот же самый поступок ограничивается, получает административное взыскание. Это абсолютный произвол российской судебной системы. То есть, в данном случае, я так думаю, что по Никите Журавеле не было какого-то распоряжения дать ему на всю катушку. Игорь Александрович, и еще об одной новости хотел бы вас расспросить, потому что очень тяжело понять, что она на самом деле означает. Прочитал и очень удивился, что вот обращение Путина к Федеральному собранию будут показывать в российских кинотеатрах 17 российских городов. Вот именно такие сеансы там запланированы на 29 февраля. Но, знаете, я не понимаю, какой резон вот подобное организовать. Вот если бы это было в Северной Корее, ну вот немного понятно было бы, да, вот нищая страна, где нет ни смартфонов, ни интернета, ни телевидения, вот сходить в кинотеатр, посмотреть речь вождя, это вот целое событие года. Ну а в России, кто это пойдет, для кого это делают, кому пришла, в чью светлую голову пришла идея организовать показ в кинотеатрах речи Путина? Я думаю, что это деградация. Деградация администрации президента, потому что совершенно очевидно, что у российского населения, причем у всех, просто пропал интерес к тому, что Путин говорит и делает. Это очевидно. Даже невероятно распиаренная, невероятно, так сказать, растиражированная и превознесенная как величайшее событие в истории человечества интервью Путина Такеру Карлсону, показанное по российскому телевизору, оно там где-то глубоко-глубоко в третьем десятке по рейтингу оказалось. То есть на самом деле никакого интереса то, что говорит Путин, в России не вызывает. Если там за рубежом еще кто-то посмотрел это интервью, да, действительно большое количество просмотров, по крайней мере большое количество показов в Твиттере, то в России все, что говорит Путин, не вызывает интереса. И последнее время невероятно снижается интерес ко всяким выступлениям Путина. И поэтому это полный идиотизм, потому что, ну, понятно, что во всех этих кинотеатрах для того, чтобы создать картинку, просто придется там целыми офисами загонять. То есть просто будут на автобусах свозить людей, так сказать, бюджетников, там, я не знаю, гастарбайтеров, еще
зависимых людей, я не знаю, может быть, из каких-то, так сказать, я не знаю, из воинских частей будут полностью сгонять людей для того, чтобы заполнить эти кинотеатры. Это, конечно, невероятная глупость. То есть более компрометирующего режим действия придумать довольно сложно. Игорь Александрович, спасибо, что нашли время для разговора. Спасибо за вашу аналитику, ответы и пояснения. Отдельно, конечно же, не устаю благодарить вас за поддержку Украины. Спасибо, удачи вам. Ігор Яковенко, російський опозиційний журналіст, був на зв'язку зі студією 24 каналу. Про найважливіші події на цю хвилину, вівторка, 27 лютого, 734-го дня повномасштабного російського вторгнення, зараз розкажу. Спочатку коротенько, потім докладно по цих новинах пройдуся. Отже, збито вже другий за день російський фронтовий бомбардувальник Су-34. І це ті, з яких росіяни нас потужними кабами закидують. Володимир Зеленський з візитом в Саудівській Аравії говоритиме про формулу миру і про посередництво саудитів у поверненні наших героїв з російського полону. Екс-нардеп Сергій Пашинський вийшов на свободу. Десь знайшлися за нього гроші на заставу, а це на хвилиночку астрономічні 272 мільйони гривень. Європарламент проголосував програму фінансування України на наступні 4 роки. Будуть таки нам ті от 50 мільярдів євро, ну або ж приблизно по мільярду євро кожного місяця. Відправка військ країн НАТО в Україну неможлива. В унісон нині стверджують усі, без виключення, напевно, європейські політики, налякані словами Еммануеля Макрона, що таку можливість вони обговорюють. Компанія «Ашан», визнана в Україні спонсором тероризму, закриває тепер два свої супермаркети в Україні – в Запоріжжі, в Кривому Розі. Путінське звернення до федеральних зборів покажуть в кінотеатрах 17 російських міст. Кажуть, половину квитків на цей блокбастер вже там розкуплені. І це не жарт. Тепер більш докладно. Повітряні сили повідомляють про знищення іще одного другого за день російського фронтового бомбардувальника Су-34. Перший було знищено сьогодні зранку, приблизно о 10-й годині, другий – в день, приблизно о 14-й. Про це повідомив, зокрема, і командувач повітряних сил генерал Микола Олещук. Від нього і знаємо, що обидва ці літаки були знищені на східному напрямку. І нагадаю, чим особливі ці Су-34 і як нам їх вдається збивати. Це фронтові бомбардувальники, з яких росіяни нас своїми керованими авіабомбами закидують. Дуже потужними і такими, що нам немає, що їм протиставити. Ну, окрім як збивати носії тих кабів, тобто літаки, і ми їх збиваємо. Адже навіть попри те, що вони їх здалеку намагаються запускати, але все одно їм доводиться досить близько до лінії фронту для цього підходити, де ті Су-34 і потрапляють в зону ураження нашої протиповітряної оборони. Загалом же на тепер, за статистикою від Генштабу ЗСУ, нам вдалося вже знищити 340 літаків російської бойової авіації. Ну і є чутке розуміння, усвідомлення, що це точно не остаточна цифра. Ну і, погодьтеся, тішить, що ми маємо на тепер спроможності ті російські літаки в нашому небі знищувати. Обіцянка Європи передати Україні мільйон снарядів протягом року була поспішною, визнав таке президент Франції Еммануель Макрон. При цьому він визнав, що такої кількості боєприпасів Європа і не мала на своїх складах, ну, щоб мати можливість їх Україні передати. Ну і, напевно, вже від себе додам. Коли Україні Європа таку обіцянку давала, то Європа ж розраховувала, що зможе розгорнути свою промисловість, яка би достатню кількість тих снарядів для України і зробила. Але цього не сталося. Президент Зеленський каже, з обіцяного мільйона Україна отримала лише третину, тобто трохи більше 300 тисяч. Ну і це трохи дивна цифра в тому плані, що от раніше ж наче казали, що Україні передано чи то 600, чи то 700 тисяч тих снарядів. Ну але ж якщо Зеленський наводить цифру у 300 тисяч, то саме ці цифри від Зеленського по снарядах ми і віримо. Ну і щодо цієї обіцянки про мільйон снарядів в Україні, є, знаєте, два таких цікавих і досить, направду, страшних моменти. Нагадаю, головний європейський дипломат на виступі в Польщі обмовився, що проблема не в європейському ВПК, якому, мовляв, не вистачає потужностей виробництва тих снарядів, а проблема в тому, що європейцям вигідніше продавати вироблені снаряди третім країнам, які просто платять більше, аніж Україна. Ну і другий момент. Що коли Макрон каже про невиконані обіцянки по снарядах, то він чомусь замовчує,
що саме Париж є тим, хто блокує купівлю за європейські гроші снарядів для України десь поза межами Європи. До прикладу, в Південної Кореї чи в Єгипті. Тому що саме Франція наполягає, що на європейські гроші ті снаряди треба купувати виключно в Європі. Ну, зрозуміло, чому так. Бо це підживить дійсно європейську промисловість, це дасть їй поштовх до розвитку, це дасть сталі заробітки, податки, які лишаться в Європі. Ну, але ж Україні від того не легше є, що через шкурні інтереси Україну лишили без засобів самозахисту від російської армії вторгнення. Європарламент затвердив програму фінансування для України на наступні 4 роки. Йдеться про суму в 50 мільярдів євро, або ж приблизно по 1 мільярду на місяць. Раніше, нагадаю, цю програму блокувала Угорщина, але ж 1 лютого під час саміту лідерів країн ЄС спротив Віктора Орбана вдалося подолати. Той не голосував проти, тобто не скористався своїм правом вето, ну а тепер вже і Європарламент виділення цих грошей Україні затвердив. З одного боку, знаєте, це дуже хороша новина, бо в українському бюджеті дірка розміром приблизно в 5 мільярдів доларів щомісяця. Ну і закривати її цю діру якось інакше, окрім як грошима іноземних союзників, ми не спроможні. З іншого боку, 2 попередні роки Європа давала нам по 18 мільярдів на рік, тобто по 1,5 мільярди на місяць. Тепер буде давати лише по 1 мільярду. Ну, тобто, бачите, грошей ми тепер отримаємо вже менше. Але, знову ж таки, при цьому треба розуміти, що це ж гарантовано нам на наступні 4 роки. Тобто тут історія про стабільність отримання цих грошей, вона навіть важливіша, аніж розмір тих грошей. Ну, а з огляду на те, що грошей від американців нам немає в принципі, ані на зброю, ані на функціонування української держави, ну, то ця допомога від Європи є нам критично важливою, ну, щоб в принципі ми могли встояти. Тут не йдеться про розвиток, не йдеться про наступ, йдеться про втримання ситуації, щоб вона не стала критичною, щоб вона не стала гіршою, щоб ми не обвалилися взагалі. Тому ми за це європейцям вельми вдячні. Колишній народний депутат України Сергій Пашинський, якому закидають причетність до розкрадання так званої нафти Курченка, якому закидають через те завдання державі збитків мало не на 1 мільярд гривень, сьогодні вийшов на свободу. Вищий антикорсуд, як запобіжний захід, обрав йому напередодні перебування за ґратами, але ж з можливістю вийти під заставу. Ну, щоб це була запорука, що він не втече. Ну і застава була, направду, чималенькою – 272 мільйони гривень. Але навіть така чималенька сума десь в Пашинського знайшлася. Ну, не в нього особисто, а в тих, кому він небайдужий. Ці гроші сьогодні внесла Асоціація оборонних підприємств. Ну, очевидно, тих, з якими той працює, яким Пашинський є, ну, якщо не власником, то бенефіціаром. Ну, і давайте до того, що одразу в цій історії дивно. Наші оборонні підприємства кажуть, що буквально животіють, що ледь кінці з кінцями зводять у виробництві зброї. Ну, але ж, як бачимо, буквально на наступний день вони знаходять мало не 300 мільйонів гривень, щоб викупити Пашинського за ґрат, щоб він вдома тепер суду чекав, а не в СІЗО. Другий момент. Зазвичай сума застави співпадає з розміром завданих державі збитків. Тобто, якщо Пашинському закидають завдання збитків на 1 мільярд гривень, то і сума застави теоретично мала би бути такою самою – 1 мільярд. Але ж Феміда чомусь, бачите, одразу цю суму зробила втричі меншою. Ну і третій момент, що Пашинському згадали оборудку іще 14-го року по цій от нафті, яка належала гаманцю Януковича, младо олігарху Курченку. Але, нагадаю, коли і Янукович, і Курченко втекли до Росії, то ті, хто прийшов тоді до влади, зокрема і активний майданівець Сергій Пашинський, то ця от нова влада виходить трохи вільно, як то кажуть, себе повела скинутими на призволяще активами Януковича. Нова влада ті кинуті активи собі привласнила, замість того, щоб державі їх передати. От саме таке і закидають тепер от Сергію Пашинському. Утім, знаєте, в цьому епізоді з цими закидами нинішніми Пашинському згадують, проводять аналогії з мафіозі Аль Капоне, якого до тюрми посадили ж не за те, що він мафіозі і вбивця, а за те, що він податки не платив. Ну, тобто, загратували його за те, що змогли в суді довести.
От, проводячи аналогії, кажуть, що і з Пашинським так само, що насправді до нього є претензії по оборудках з військово-промисловим комплексом. Але, як то кажуть, наздогнати його, якщо і зможуть, то лише по цій от старій оборудці з нафтою. Утім, це лише припущення, бо, іще раз нагадаю, допоки провину пана Пашинського не доведуть в суді, то він на тепер нам святіший за Папу Римського. В нас, в Україні, як не крути, презумпція невинуватості. Компанія «Ашан» закриває свої супермаркети в двох українських містах – в Запоріжжі і в Кривому Розі. Офіційно, начебто через те, що сплив термін оренди тих магазинів. Ну, але очевидно, що робиться це все-таки з міркувань безпеки, адже занадто часто ці два населені пункти України перебувають тепер під російськими атаками. Занадто часто там лунають сигнали повітряної тривоги, занадто часто цим магазинам, напевно, доводиться переривати свою роботу. Ну, відповідно, власники «Ашану» могли б порахувати, що їм невигідно продовжувати тримати в Запоріжжі і в Кривому Розі офлайн-магазини. От, можливо, саме тому і вирішили їх закрити. При цьому онлайн-магазини і далі там працюватимуть через інтернет з доставкою мешканці Кривого Рогу, мешканці Запоріжжя, і далі зможуть собі товари з «Ашану» замовляти. Тобто, дивіться, не йдеться про те, що там купівельна спроможність українців впала, чи що «Ашан» не може далі в Україні заробляти. Ні-ні, про це от точно не йдеться. Але наостанок додам, що французька ця компанія «Ашан», вона ж ще з 23-го року, направду, внесена Україною в перелік спонсорів тероризму. Адже її магазини, вони продовжують працювати на Росії, продовжують годувати росіян, продовжують забезпечувати росіян робочими місцями. «Ашан» продовжує на Росії заробляти гроші, з яких потому «Ашан» до російського бюджету чималі податки і сплачує. Відповідно, економічна діяльність «Ашана» дозволяє Путіну і далі нас з вами вбивати. Саме тому «Ашан» і перебуває в Україні в переліку спонсорів тероризму. При цьому магазини «Ашану» в Україні продовжують працювати, окрім Запоріжжя і Кривого Рогу, де тепер сам «Ашан» ті свої магазини закриває. Такими були найцікавіші новини на цю хвилину. На тепер ми маємо на годиннику 17.57. Підемо на коротеньку інформаційну паузу, щоб потім повернутися і продовжити. Будь ласка, не перемикайте, залишайтеся із 24-м. Принагідно нагадую, все буде Україна.